Полицейские в Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис кредитно-финансового учреждения, расположенного на улице Ленинградской. Злоумышленники в масках ворвались в банк и связали одну из служащих. Другую женщину, угрожая ножом, они заставили пройти в служебное помещение и открыть сейф. Сообщники забрали деньги, после чего скрылись. Спецоперацию по задержанию подозреваемых полицейские провели одновременно в разных районах Вологды. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. 5 машин столкнулись накануне вечером в Череповце. По данным ГИБДД, водитель на автомобиле Hyundai при повороте налево не пропустил машину. В результате транспортные средства столкнулись. Далее в них врезались еще 3 автомобиля. Никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД просят водителей при движении учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию, аккуратно маневрировать. Сотрудники ГИБДД и общественники провели профилактический рейд «Сумерки» в Великом Устюге. Они проверили, как пешеходы соблюдают правила дорожного движения на загородных дорогах. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов, пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Как выяснилось, во время рейда не все участники дорожного движения соблюдают эти правила. В отношении 6 пешеходов-нарушителей полицейские составили материалы. Thank you.